Вот сейчас у нас совершенно другой сюжет, совершенно другая субстанция, которую мы с вами еще не рисовали. Ни вчера, ни сегодня. У нас яхты, у нас город, старый славный город Анфлёр. Во всей красе, можно сказать. Я что сейчас сделаю? Я вот достал из кармана фотоаппарат, но солнце меняется вообще стремительно. Посмотрите, вот тучки. Они прямо вот так вот какими-то вот кустистыми такими штуками расположены на небе. Одну минуту светит солнце, а в другую минуту оно не светит. Все по-разному совершенно. Поэтому ловить вот этот момент, когда оно светит, с солнцем гораздо приятнее. Без солнца все попроще. С солнцем сложнее, без солнца попроще. Но, тем не менее, несмотря на то, что светит оно или не светит, сам сюжет, сама композиция, которую я выбрал, она уже довольно такая интересная и замысловатая, и вообще, я бы сказал, сумасшедшая. В чем? В том, что я хочу нарисовать и вот эти домики, и толпу гуляющую, и яхты со всеми этими мачтами, плюс еще, может быть, даже вода какая-то попадет сюда. Ну, молодец художник, дерзнул, да? Но это с одной стороны, да? Можно, конечно, порваться и сидеть здесь долго-долго-долго, там, до самой полуночи, рисовать вот эту всю красоту, народ разойдется, а можно все сделать очень быстро и стремительно, просто обобщить все детали. Каким образом? Все тем же самым. Выделяем главное, отсекаем все ненужное и передаем тональность, да, то есть мы создаем с вами контраст, а контраста здесь предостаточно. У нас небо, у нас силуэт города, если прищуриться, посмотреть это все через темные очки и еще даже в темных очках прищуриться, это будет смотреться почти что все силуэтом, и крыши, и дома, и вот эти зонтики. И единственное такое пятно, которое будет, вернее, не пятно, а целая такая динамическая, такая... разнообразие вот этих пятен, это светлые корпуса, светлые вот эти лодки, катамараны и прочие яхты.